Семена огурца соловей F1, соловей F1, довольно быстро прорастают и начинают давать плоды. Собирать урожай можно спустя 43-46 дней после появления первых всходов. Культура среднерослая, плоды овально-цилиндрические, в длину не превышают 8-11 см. Средняя масса огурцов соловей F1 обычно до 85 грамм. Кожица темно-зеленого цвета, на ней присутствуют четкие белые полосы. Мякоть очень хрустящая и сочная. Богатый урожай подходит для свежего потребления, засолки и консервирования. Огурец соловей F1 – это однолетнее растение. Огурец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания огурцы прекрасно устроят открытый грунт. Огурец соловей F1 имеет средний-ранний срок созревания. Плоды огурца созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 70-95 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода овальная. Цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что огурец соловей F1 – пчелопыляемый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.